А потом случилось страшное. Хабиров потребовал вывести на экран скан некого поста в соцсетях «Комсомольской правды» Республики Башкортостан. Как он выразился, покажите то фото, где я широко улыбаюсь. Одну фотографию поставьте, коллеги, где я там широко улыбаюсь. Текст, коллеги, почитайте, пожалуйста, что там написано. Это статья в «Комсомольской правде». Я в этот день вручал награды ордена Шаймуратова. Я вручал семьям погибших ребят. Молодые ребята, 26-27 лет. Вот. Ну вот, вот такое фото. Глава республики обрушился с гневной тирадой на издание. Оказывается, вот эта вот широкая, самодовольная, котячая улыбка Хабирова иллюстрировала пост о том, что он вручал награды бойцам СВО. И самое неприятное заключается в том, что он вручал награды не просто бойцам СВО, а погибшим бойцам СВО. Награды передавались родственникам и семьям погибших. И вот эта вот иллюстрация таким образом, в общем-то, покоробила Хабирова. Ну, в принципе, понять можно. Повод такой весьма печальный. Но фотография абсолютно, конечно, идиотски выглядела на этом фоне. Хабиров бушевал, кричал, что это злой умысел, что какой-то недоумок сделал это и так далее, что он не понимает, как до такого можно было додуматься. Та буря эмоций негативных, которые я уже пережил, да, я не знаю, это злой умысел или недоумок какой-то это сделал, не понимаю. Но я просто прошу средства массовой информации быть очень деликатными в этих делах. Справедливости ради надо отметить, что в описании этой фотографии не было текста о том, что награды вручаются именно за погибших бойцов, семьям этих бойцов. Ну, то есть из этого текста не следовало, что там, награды вручены погибшим. Но, в принципе, Хабиров прав. Вот в этой ситуации он прав. За время его правления в Республике Башкортостан государственные и окологосударственные СМИ, к которым можно отнести «Комсомольскую правду», окончательно деградировали в регионе. Я уже молчу про то, какими словами пользуются в заголовках, как расставляют буквы, количество грамматических ошибок вот в тех вот публикациях, которые мы видим, это просто уже за гранью разумного и совершенно, значит, уже перешло все границы. Согласен, Ради Фаритович, вы полностью убили медиасферу в Республике Башкортостан. СМИ при вас превратились в сборище безграмотных балбесов. Ну, собственно, вы пожинаете плоды собственной деятельности.